Развитие инфраструктуры города должно позитивно влиять на малый и средний бизнес в Севастополе. Такое мнение высказал губернатор Дмитрий Овсянников в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата. 12 декабря свои предложения представили специалисты Агентства стратегических инициатив. В ходе выступления генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева отметила, сейчас Севастополь находится, цитата, «не на топовых позициях с точки зрения регуляторики и эффективности мер поддержки бизнеса». Ситуацию планируют исправить в ближайшее время. Я думаю, что эта задача вполне решаемая. В течение года мы договорились уже с Дмитрием Владимировичем по всем этим направлениям организовать, мне кажется, более эффективное взаимодействие, да, там, на разных уровнях и специализировано в отраслевом разрезе. И на базе корпорации развития Севастополя действительно собрать такой центр компетенций по сопровождению предпринимателей бизнеса. Провести оценку, насколько Севастополь открыт для бизнеса, удалось только в этом году. До этого получить достоверные и реальные данные не удавалось. Агентство стратегических инициатив объясняет это переходным периодом в городе. По итогам мониторинга выяснилось, Севастополь значительно отстает в создании пригодной для предпринимателей инфраструктуры, в частности дорожной сети и телекоммуникаций, но неплохо справляется с осуществлением контрольно-надзорной деятельности. Малого бизнеса у вас много, да? Это, в общем, видно, статистика такая понятная, всем, наверное, известная. Здесь то, о чем Светлана Витальевна говорила, полностью проявляется. Минус – это не как бы хватка инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, не вовлеченность в те как бы механизмы, которые разворачиваются для поддержки малого бизнеса на федеральном уровне. Заместитель губернатора Алсу Гайнутдинова заметила, что по проблемным направлениям работа ведется уже сейчас, и в отдельных случаях показатели превышают среднероссийские. Есть показатели, которые у нас зашкаливают за 90%. Это качество инвестиционного портала, это законодательство по поддержке инвестиционной деятельности и осуществление контрольно-надзорной деятельности. То есть здесь мы идем в унисон, и по этим показателям есть огромная положительная динамика. Завершилась встреча торжественным подписанием соглашения о сотрудничестве между правительством города и Агентством стратегических инициатив.